Сыроматка уже скоро опоросится. По срокам уже не мочим его. Молоко подходит буквально за несколько часов до опороса. Но судя по тому, как уже отбивается вымя, скажем так, сиськи, должна уже скоро быть на днях. И по срокам, уже сегодня 11, она по сроку 10 должна была пороситься. Трошки перехожу. Живот уже опустился вниз. На цена на поросят сейчас у нас 1200 за поросенка просят. Это с одной стороны. А с другой стороны, базары закрыты, купить негде. Из-за карантина никто не покупает мясо, никому не надо. Ну как, надо, но купить негде. Базары закрыты, все капец. Так что поросят продать будет просто, я думаю. А вот мясо проблематично. Рыжик, смотрите. Почухай, Илюха, вот этой спину. Не-не, это, Илюх. Нормально почухай, чтобы она остановилась. Вот, смотрите. Ну куда ты? Алло, алло, иди гуляй. Короче, я так думаю, пару дней должна опороситься сыроматка. Уже она на подходе. Судя по, я же говорю, судя по тому, блин, ну молока еще нема. Слышь, Лех, ну, наверное, сегодня еще нет. Еще, может, пару дней. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты, напишите, сколько будет поросят. Судя по размерам, должно быть нормально, а там, конечно, покажется. Всего доброго.